Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусный рыбный салат с консервированной сайрой. Получается очень аппетитный и интересный на вкус. Сайру без жидкости измельчаем вилкой. Половину луковицы нарезаем соломкой. Выжимаем немного сока лимона, перемешиваем и оставляем на 15 минут мариноваться. Два яйца нарезаем мелким кубиком. 50 грамм сыра трем на мелкой терке. Нарезаем зеленый лук и укроп. Выкладываем сайру, маринованный лук, яйца, тертый сыр, солим, перчим по вкусу. Высыпаем зелень, добавляем немного майонеза и все хорошо перемешиваем. Наш салатик готов, можно подавать к столу. По желанию можно выложить в кольцо. Сверху посыпаем тертым желтком. И украшаем икорной закуской. Получается очень вкусный, аппетитный, сытный салатик, который, если красиво оформить, можно подать даже к праздничному столу. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока-пока!